Ребята, добрый вечер. У нас уже вечер пятницы. Ничего сегодня не снимала. Что-то состояние какое-то не очень. После вчерашней речки сегодня у меня не очень состояние. В целом, сейчас сходили в магазин, покажу, что купили, и будем готовить с вами. Так, показываю все покупки. Ну, в первую очередь взяли деткам дыню, сказали сладкое, попробуем, потом скажем, какая будет. Две булки белого, две бутылки минералки, одна здесь, одну Света уже пьет. Майонез купила, огурчиков немного взяла. Да, ребята, многие спрашивают, Настя, у вас что, своих огурцов нету? Нету еще, ребята, своих огурцов, есть небольшие завязи, но огурцов самих еще мы не едим. Потом дальше две головки чеснока взяла, расскажу в конце для чего. Помидорчики взяла, два вилочка капусты, хочу потушить и на супе где-то что-то. Потом Света попросила два кабачка купить, я и взяла. Свеклы, это вот чеснок со свеклой, я завтра сделаю салат. И морковочки, минералку вторую поставили. Вот такие вот в целом у нас все покупочки. Сейчас разрежу дыньку, дам детям кушать и будем готовить кушать. Ребята, разрезали дыньку. Дынька очень сладенькая, вкусненькая, поэтому рекомендую. Кто из нефтяников, те поймут. Дыня вкусная, да, Катя, сладкая? Прям очень сладкая. Ребята, добрый вечер. Я на кухне готовлю кушать. Сейчас буду делать супчик. Решила сварить со спагеттями суп. Не знаю, куда-то у меня дети опять делали овощечистку. У нас одна единственная хорошая, а вторая плохая. Вот это вот мне не нравится, ее выкинуть на, потому что, ну, вот она не чистит. И приходится ножиком картошку чистить. Надо купить пару овощечисток. У нас постоянно ребята иногда забываются, выкидывают очистки. Получается, овощечистку тоже вместе с ней выкидывают. Сейчас сварю супик. Сходили, мы взяли вторую дыньку, съели, тоже сладенькая, но не очень. Первая дынька сладкая была, прям вообще вкусная, а вторая уже не очень была. Ну, тоже дети поели, довольны остались, и это самое главное. Так, какие новости? В понедельник пойду заключать договор насчет окон, и мне сразу скажут, когда точно нам привезут их. Муж скоро уже напилит брус для того, чтобы менять под окнами. И вот где, возможно, поменяем брус. Доски также будут на пристрой. На потолок, так как вы видели, у нас там потолка нет, будет потолок делать тоже доски. Потом дальше хотим заказать железо, чтобы на пристрое поменять на крыше, чтобы там не протекало. А потом уже все необходимое. Сегодня я мерила здесь на кухне пол линолеум. Хочу прикупить, взять тоже, чтобы поменять. Так, картошки что-то мало. Картошки, сейчас подождите секунду. Я картошку достану. Четыре штучки, что-то мне кажется мало будет картошечки. Решила супик сварить, потому что съели сегодня остатки супа, доели. У нас супа сейчас летом хватает дня на 2-3. Больше гарнир второй варим, чем суп. Плохо стали есть, видать, из-за жары, что ли. Не знаю, ребята, из-за чего. Вот и получается. Готовлю я сейчас, ребята, на плитке электрической. Многие спрашивали, нас сидит и готовишь. Иногда готовим на летней кухне. Ну, по большей части на электрической плитке. Меня спрашивали, пекем ли мы, что-то выпекаем. Иногда выпекаем, да, минералку? Там одна открытая есть бутылка. Я две минералки, потому что брала. Ну, одна открытая, а другая нет. Плохо засунул бутылочку. Вот теперь хорошо. И многие пишут, Настя, купи себе морозильную камеру. Ребят, я решила найти не морозильную камеру, а так как вы видели, у нас холодильник старый, он протекает. Я вам даже как-нибудь видео покажу, где и как он что протекает. И я ходила, смотрела в Фортуне у нас холодильники. Мне понравился большой холодильник, там такая же большая морозилка. И я по цене посмотрела, что вот морозильную камеру ты 20 тысяч потратишь. Или же ты холодильник возьмешь за 27, по-моему. Высокий, большой, потолок он будет.
И посмотрим, если после ремонта деньги останутся, то я лучше холодильник возьму, а пока этого хватает. Ну, конечно, не очень хватает, но, по крайней мере, что-то, хоть что-то и то вперед. Так. Мне надо нарезать картошку, натереть морковку. Поставила уже варить курочку, бульон. Вы извините, я лохматая, просто руки сейчас сырые, не буду обтираться. Сейчас помою всю морковочку, картошечку и буду нарезать все. Буду варить супик со спагеттями, ребята попросили. Завтра, наверное, потушу капусту, сделаю свекольный салат. Что-то не знаю, с чем кормить уже. Как у меня спрашивают некоторые, как Ванюшенька в садике. Ребят, Ванюшенька в садике хорошо, немножко капризничает. Но это нормально для ребенка, то, что он... Считайте, что получается, с марта месяца они не ходили, по-моему, в садик. Это нормально, то, что он сейчас капризничает. Плюс у него сейчас другие воспитатели. Поэтому да, он немножко плачет. Но в целом он хорошо там себя чувствует. Любовь Геннадьевна, воспитатель у Оксаны, которая раньше была. Оксана у нас не ходит. Оксана у нас дома сидит. Она в садик не ходит. Оксану мы готовим ко школе. Ты стеклянную взяла пилочку? Новую? Она разбилась, но старая. Света вчера покупалась, а сегодня весь день чихает. Думаешь, не из-за речки? У Егорки открыт. А, ты уже это... Салат делать на ужин или не надо? Что-то я не хочу салат сегодня, помидорки с огурчиком. Завтра, наверное, сделаю. Супик поедят и спать будут. Я надеюсь, что я нынче пристрою. Может быть, постараюсь. Может, мне хватит. Все-таки я доделаю денег. Ну, там будет видно, ребят. Будет видно. Сейчас многие скажут, она опять клянчит. Как всегда, да? Нет, ребят, ни в коем случае. У меня деньги есть. Мы эти деньги даже и не тратили. Так что вот как-то так. Режу картошку. Просто, извините, приходится вот так вот сразу и кушать, готовить, и все делать. По поводу огурцов, помидоров у нас еще... У нас завязи есть небольшие, но пока свои мы еще не едим. Поэтому как-то так. А, да, мне по поводу розы написали, что она не будет расти. Хорошо, иди играй. И да, ребята, я уже вижу, что она начинает погибать. К сожалению. Воду хоть я каждый день меняю, но она погибает. Придется выкинуть эти отросточки. Я так надеялась, что она приживет. Я не знаю, какие мне написали русская. Если то, она приживется. А если голландская, то нет. Видите, я не знаю, какая это русская, голландская. Надо у Веры спросить просто. Но она же тоже не помнит, какие, откуда она знает, какие муж там покупал. Ну, ладно. Ну, не выросла. Что теперь поделаешь? Ладно, сейчас все нашинкую, нарежу и вернусь к вам. Все, ребята, сварила супик со спагеттими. Получился немножко густоватый, но это нормально. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Всем желаю здоровья. Я готовлю завтрак. Сейчас вот так вот, наверное, вас немножко поверну. Шкаф прикрою. Я отвариваю спагетти. Меня дети просили. И жарю колбаску с яйцом. Вот такой вот будет простенький завтрак. А потом будем что-то варить на обед. Сегодня мне надо еще съездить в город, забрать заказ для челленджа. Я же вам, помните, когда-то говорила, что я сделаю челлендж. Но мне надо кое-что для этого заказать. Поэтому вот... Заказ сделала. Ждем, когда придет, чтобы... Так, где у меня лопатка. На, такие лопатки еще купить. Что-то лопаток одна. Их на... Сегодня зайду, наверное, в Фикс Прайс и посмотрю там.
Будет легкий непринужденный завтрак. У меня волосы сегодня дыбом. Я еще с утра голову не мыла, еще пока некогда было. Спагетти помешиваю, чтобы они не слипались. А масло вроде добавляешь, все добавляешь, и все равно спагетти слипаются. Это, видимо, от сорта спагетти все равно зависит. Ну, дети у меня любят спагетти. Сейчас еще с яйцом сделаю. Тут свои домашние яички. 3 штуки. И 3 магазинских. Сделаю вот их. Сейчас кушать скоро будет готово. Ребятки сегодня встали очень рано. Да. Угу. Поэтому я чуть-чуть припозднила сегодня. Что-то так это... Под утро уже уснула и задушена, то что и вентилятор даже не помогает, вот серьезно. Под утро только уже опять уснула и опять плохо спать стала. Видать, нервоз все это из-за этих долбанных окон. Ну дай бог, чтобы все хорошо было. И хочу сходить на днях купить... Как он называется? Рука? Фартук. Фартук для кухни. Уже мы выбрали какой. Ну, вот мы со старшим сыном так примерно думали, что вот кухня такого цвета и фартук какого сделать получше. Поэтому вот надо сходить только забрать. Купить. Да, богатырь! У него на футболке написано «богатырь». Я кричу «богатырь», он так улыбается мне. Так, да, сыночка? Ты хлебушек с маслом кушаешь? Да, ты моя зая. Сейчас мама кушает, приготовит и будете кушать. Ладно, сейчас приготовлю и потом вам покажу. Так, ребят, все, приготовила. Вот такие вот порции у меня получились. Рожки, спагетти с колбаской и с яйцом. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли завтракать.